Госпожа Фирдес. Госпожа Фирдес, что это такое? Что за глупости такие? Сын не спросит меня, не способен на такое. Как мирза мог так со мной поступить? Я не могу в это поверить. Да что это такое? Что такое? Ну же, уйди отсюда. Я сказала вон. Пошла вон из дома его, пошла. Что тебе нужно, кослявая? Иди отсюда. Ответь на звонок, мерза, ответь, ответь. Ты не можешь так сбежать от меня, ответь. Кезбан, об этой свадьбе госпожа Садет имела представление? Имела. Позор, позор. У моего сына свадьба, все об этом знают. Лишь я об этом не знаю. Благодаря тебе, Кезбан, благодаря тебе. Тебе должно быть стыдно, тебе должно быть стыдно. Идите сюда, идите сюда. Чего ты опять кричишь? Об этом мне ты скажешь, мама. У Мирзы была свадьба, это правда? Правда. Слушай, мама, как ты могла допустить подобное? Я видела эту девушку, она костлявая присоска. Наверняка она обманула моего сына, наверняка. Твой сын обманул ее. Я поняла. Она обманула моего сына, переспала с ним, а потом они устроили молниеносную свадьбу, ведь так? Фирдевс. Эта девушка не из таких. Такое не говори, стыдно. Причем она стала твоей невесткой. Мама. Ты что захотела? Чтоб Мирза... женился на ней. Да. Я захотела. Слушай, мама, как ты могла захотеть такое? Ты можешь мне объяснить? Как ты могла посчитать достойной своего внука эту костлявую девку, а? У этой девушки есть имя. Лейла. Причем она прекрасная девушка. Прекрасная. Мама, мы не хлеб в магазине покупаем. Это замужество, это брак. Ты ни на что другое не похожа. Смотри, что творится. У моего сына была свадьба, а я ни о чем не знаю. Будто спасали вещи из пожара. Не было ни помолвки, ничего. Пожалуйста, скажи мне что-нибудь логичное. Мама. Откуда она взялась, а? Не волнуйся. Я ее знаю. Я ручаюсь за нее. Девушка достойная. Она достойна нашей семьи. Она привяжет Мирзу к дому. Мирза и так привязан к дому. Ладно, Фырат, я пойму. У него мысли постоянно где-то витают. Даже его жена не способна его удержать дома. Но Мирза, Мирза не такой. С тех пор, как его отец умер, он главнокомандующий в нашем доме. Неужели ты не видишь это, мама? Это ты не видишь. Это ты не видишь! Мирза постепенно превращается в своего отца. Он нервный, он эгоистичный. И он не знает, что такое любовь. Я-то это заметила. Но ты как его мама, что, это не замечаешь, что ли? Он думает только о своем успехе, и все. Он готов всех нас переступить. У него сердце каменное. Все, что нужно ему, это работа, еще. То есть... ты заставила его жениться только за то, что он трудоголик? Да, в этом ответ на все мои вопросы. Таков мой ответ. Услышала меня? Таков мой ответ. Потому что я своего ребенка именно из-за этого и потеряла. И я не смогу потерять своего внука. То есть, то, что мы не можем сделать. Сделать это костлявое, и она сможет восстановить Мирзу, да? Эта девушка наивная.
она чиста. Станет прекрасной женой для Мирзы. Она прояснит сердце Мирзы, вот увидишь. Мы говорим об одной и той же девушке, да, мама? Эта девушка какой свет, да она тьма сплошная. Интригантка. Она испортит жизнь моему ребенку. А где Лейла? Послушай меня. Ты что, что-то плохое сказала? Ты ее в комнату, что ли, отправила? Кетбан? Где Лейла? Я мама Мирзы. И я этот брак не признаю. Я ее выгнала. Я не поняла. Я выгнала ее. Боже, что это за места? Где это я? Невестка, что ты сделала? Я выкинула ее на улицу. Ей здесь не место. Кесбан. Иди, дорогая. Иди здесь, а. Найди Лейлу. Давай. Как ты можешь такое сделать, а? Как ты можешь сделать, а? Заставляешь сына пожениться на той, кого я даже не знаю. Ну а чего ты можешь ждать от меня? Конечно, я выгоню ее. Я выгнала ее. Что ты за мать такая, а? Что ты за мать такая? Эта девушка любит моего внука. Она делает Мирзу счастливым. Как ты можешь быть настолько уверенной в этом, а? Эта девушка не ровня моему сыну. На этом точка. С каких пор это так? С каких это пор? В этом доме кто-то может перечить моему слову. Послушай меня, знай свое место. Знай свое место. Лейла. Лейла. Где эта девушка? То есть как? Эта девушка сейчас у нас такая вся невинная, да? Мама, пускай она хоть будет белой, как молочко. Эта девушка не ровня моему сыну, тебе понятно? Она плохая, деревенская присоска. По ее одежде видно. Я-то все пойму, я увижу. Она деревенщина, понимаешь? Деревенская, да? Ты-то поймешь. Ты-то откуда пришла? Когда ты пришла? Я так к тебе относилась, а? Так что ли к тебе относилась? Нет, я чего понять не могу. Ты не признаешь место, из которого ты пришла? Или ты себя так занижаешь? Мама, ты говори, что хочешь. Эта девушка недостойна моего сына. Да она, небось, выпустилась с начальной школы. Есть ведь общество, люди. Разве она может стоять рядом с моим сыном? Вот скажи, а, ради бога. А что ты видела, что знаешь? То, что видела, что она невоспитанная? Или что она ведет себя очень нагло? Есть у нее диплом или нет? Когда ты зашла в двери моего дома, я у тебя спросила про диплом? А? Главное, чтобы сердце было хорошим. У этого ребенка алмазное сердце. Да, да, алмазное сердце. Хватит! Уяснила? Хватит! Госпожа, Лейлы нет. Как это нет? Я не нашла ее, она ушла. Ребенка доверили мне. Пропала она. Она не знает здесь ничего. Она не знает здесь ничего. Госпожа Фердевс, довольна тем, что сделала? Звони. Звони давай. Будешь Мирзе все рассказывать. Давай. Когда я звоню, он трубку не берет. Кесбан.
Мое терпение вот-вот взорвется. Сверху мой телефон быстро принеси.